Приветствую всех на канале Вечный Пилигрим. Сегодня отыгрываем босс мира оборотня. И в прошлой серии мы почти завершили свои дела в Рифтоне. Осталось у нас дела в порту. В частности, залутать вот эти мешки на предмет соли, еды, особенно мяса. И поделиться ненужными вещами дорогими, то есть улучшить состояние босс мира, который тут обитает. Как же хорошо тут, а? Ага, минус 50. У нас кольцо на мир, видать, кончило свое. Окончил эффект. Ну ничего. Видим еще кого-нибудь потом. Так, проверим вот там. Такое не берем. Берем. Обязательно. Обязательно. Отлично. Так. Давайте дождемся утра. Хотя вот олень, подождите. Так. Ой, малость не то так. Что у нас тут вот так собрали, ладно. И теперь давайте дождемся. Даже много сейчас. Я думаю, часов 11 хватит. 1:40 тем более будет. Все эффекты с нас слетали после каннибализма. Ну да ладно. Хватит. Сейчас мы его найдем. Так. Где у нас тут? А, вот так можно забраться, да? Хорошо. Вон он. Так, а есть ли у нас броня какая-нибудь? Ой-ой-ой, у нас и нечего. Давайте ожерелье какое-нибудь попробуем. Я только не вижу, у нас есть. А, ну вот. На смертном одре учитель просил меня занять его место. Ага. Я решил иначе. Я захотел путешествовать по Тамриэлю. И вот теперь я в этом мерзком городе. Ага. Работаю в рыбном порту. Сам не понимаю, почему я просто не уйду отсюда. Чего ты хочешь? Нужно что-то? Да. И не нужно ожерелье. Жаль. Ладно, сейчас попробуем еще что-нибудь кинуть. Ну, это жалко. Не? Не берет. Что можно сделать? Может, магическое? Так, ну раз он ничего не хочет, то извините. Давайте так тогда сбросим сюда. Пусть валяется. А тем временем наша с вами задача. Так, сейчас я возьму квестик на поиск лука у воров. Растения мы не рвем, зеленый пакт соблюдаем.
Ты еще... Ты что, шутишь? Ага. Мы легко... Они не только лук у меня забрали. Несколько... Если ты не боишься отправ... Спасибо. Будет здорово, если лук вернем. Так, сейчас. Давайте-ка сначала за саблезубом сбегаем. Нет, для начала надо воспользоваться кольцом на мир и кого-нибудь жрать. Из, ну вы поняли, гуманоидов. Вот кто-то там дерется. Давайте посмотрим, кто. Потом превращаемся в оборотня. Вот он, противник. И топаем аж сюда. Ой-ой-ой. Это сильно. Секунду. Так, вроде одели. Придется сначала превратиться и убивать. Ну, вы понимаете, слишком без скрытности очень будут проблемы большие. Хотя ладно, давайте просто пробежимся. Вот я знаю, что видите, как они мне просаживают, просто еще и замораживают, зараза. И за пассив, видите, выпили как. А ты кто? Лежат. Мне надо отличиться. Хоть немножко. Так, отлично. И на север. А где волки? Ой. Орк охотник, слушайте, но это надо. Посмотреть, что у него есть. Хотя ладно, не будем долго превращаться потом назад опять. Отличились почти, ну и хорошо. Тут у нас только оставалось-то. Ну хорошо. Ай, зараза, это криомант, судя по урону, такому же, как у меня влетал там. А плен не принимаю. Куда пошел? Ладно, пусть одного съели, с Приганом помогли. Ух ты. Ладно, сами напросились. Да что ж такое? У меня хоть хп это в оборотне 450, да? Понятно. Это что? А, ну это, конечно, всего лишь бандит. Не вижу. Ага, вот теперь увидел. Не будем трогать волков вообще.
Вот здесь мы сохранимся. Давно, кстати, не сохранялись. Так, аккуратно. Ну, так. Ну, брата будет скушать не грех. Никто не уйдет. Добыча бежит. Не убежала. Отлично. Ух ты. А, так это всего лишь. Отдохни. Вкусная добыча. Ого, два грозовых тронаха, да? Не-не-не-не-не, не надо. Нам такого счастья. Так, с кем-то дерется великан обычно. О, ты ё-моё, сколько тут атронах. Сам разберется. Так, и на остатке хп нужен великан. Ну ведь этот электрический щит, его плащ, то бишь, блин, страшная штука. Отдохни. Враг. А, не-не-не-не-не-не-не-не. Не надо. Ай, сейчас еще добьет. Заразочка. Кого-то надо сожрать. И сколько же их тут? Что случилось? Откуда столько грозовых атронах? Чисто. Я вообще не понял. Так. Ну это чисто имперцы, ладно, обойдемся. А можно учить интереса вам ничего брать, нет? Хм, можно. Интересно, ладно. Так, мамонтов бить не будем. Это довольно долго. В принципе, мы отличились, погнали. На север. А где север? А, вот там где-то на компасе буква спрятана, ладно. Ну да, пошло. Что такое? Я не беру я в плен. Как ты себе представляешь? Так. Были хп? Нет, хп сейчас еще добьет. Рельеф спасай.
Нет, не спас. Но 180 это жестоко, ребята. Ладно. Я подрежу чуть запись. Откормлюсь. А, так, откормился. Вообще до рощи не добежал, решил я попробовать свои силы против двух мамонтов и великана. Великана я чуть-чуть раздамажу. И попробуем раздолбать. Так, понятно, что опрокинуть я их не могу. Но по 150 хп. Ух, по 150 хп снимаю, сам по 222, да, ловлю. Вот тебе и поймал. Ну бей. Так не меня. Я ржал, как говорится. Ага, теперь он умер. Пока безнадежно практически. Ну очень тоненького, сам видите. Ладно, убегаем отсюда. Эксперимент не задался. Да вот вроде нормально проходит здесь. Видимо, на каком-то удалении надо от цели бить, чтобы срабатывать успевал удар. Ну да. То есть оборотню нужно время, ну, вернее, дистанция для прыжка. Давайте-ка обратимся к человеку. Мне все-таки шкуры собирать надо. Пели. Так, перегруженный не можете бежать. Это мимолетный баг по рейд превращений. Все тут нормально по весу, сам видите. О! Так, учебные не нужны стрелы. Вот, кстати, а что если? Так. А, вот этого не понял. Опять грозовой стоп. Блин, не хочется мне великана просто так отдавать, не залутав отдавать. Там еще и охрана шок не слушать, а. Фу. Отдохни. Взяли все-таки вот так реванш. Это можно будет продать. Это берем, берем, берем. Хорошо. А вот и кусок от ранаха катится. Тоже возьмем. Это тоже можно продать. Ведь охотничий трофей мы можем продавать. Стрекозу никогда не видел над мне над водой. Ух ты! Иди отсюда. Тем более у меня вон птичий крик пометил мне зверя. Это какая-то рыбоубийца, нет? Или это что-то мелочь? Кролик? Наверное, кролик. Даже по пути. Ну, это практически безнадежно. Не хочу еду тратить пока. Наконец-то. Так, что есть? Ну, слом. У меня, наверное, есть слом. Так, тролля. Тролля мы, наверное, завалим. Только завалим мы его, конечно же, вот так. Бей.
Хорош. Так, что у нас есть? Давайте такую регенерацию выпьем. Просто стрельбу, ребят, докачивать-то надо, сами понимаете. Там осталось-то и сколько? 96, 3,5 пункта. Да, можно. Нет, больше не надо, я думал, это будет обычная атака. Он силовую провел. Получай. Ну, неплохо. Прям не жалко, я специально стальные трачу. У меня уже там эльфийские есть, и деньги потихоньку появляются. Если их тратить именно на лунный камень, то все будет нормально. Так. А, то есть олень битый кем-то был, раз его на 25 хп достал. Так, то был полтинник. Извиняюсь. Мобильный оператор, как всегда, вовремя, ладно. Добро погляди. Так, смотрим, что можем продать. Где-то были кожаные сапоги, есть. Тут ничего. Охотничьи трофеи. Где-то были у нас... Нет, не вольная соль. О, соль пустоты. Продать. Здесь что? Да ничего, здесь. Ну ладно. Много уже, кстати, шкур. Это хорошо. Так, что тут есть? Не так, сейчас, секундочку. Нанял остальных и оплатил мои тап. Я говорю это без горечи. Я благодарен ему за ту жизнь, которую... Так. Самым солдаты наши луч. Это Рисат придумал приехать сюда сейчас, когда страна в хаосе. Так, вот что надо сделать. Где у меня амулет Зенитара? 10% и никому не лишний, сами понимаете. Я уже скупаю шкуры, потому что не очень... Так, ну это уже не очень, хотя... Так, камни душ, потому что уже проще оплатить несколько, кучу шкур, чем один урок кузнечного дела. А вот это мы возьмем. И даже вот так возьмем. Ну. Ай, ладно. Вот так берем. Сейчас мы все равно денег поднимем. Мы в Виндхельме. Нам кузнецу, как вы понимаете. За, так сказать. Ну, про доспехи сделать, продать и деньги получить. Пока я не буду, наверное, выполнять квестики или выполнить сразу денежные, благо они простые тут. Так, это мы пока все игнорим. Что сделать? Давайте это будет следующая серия. Короче, мы задержимся тоже в Виндхельме, вес еще. А, ну мы сейчас разгрузим вес. Ладно. Давайте так, на этом все. Спасибо за просмотр. И до следующей серии. В ней мы будем делать квесты Виндхельма, поднимать деньги и так далее. Все вроде.